такой, не отвечу на накал, тело змея-то небольшой. Слышен там смех и песни, там веселье круглый год. Ведь живет в стране чудесной замечательный народ. Посмотрите, вот они, наши славные выпускники. Thank you.
празднуем сейчас. К нам на праздник пришли родители и с волнением глядят на нас, как будто впервые увидели повзрослевших детей сейчас. Наш сад сегодня приуныл, и мы грустим немного. Вот день прощальный наступил, и ждет нас дальняя дорога. Оставив здесь кусочек детства, уходим в первый школьный класс. С вами будем по соседству и вспомним вас еще не раз. Молодцы. Не раз помним, как играли, сколько было здесь затей. Как рисовали вечерами и лес, и маму, и ручей. Мы вспомним группу и игрушки, и спальню ласковый уют. А как забыть друзей, подружек, с кем столько дней мы жили тут. Молодцы. Жили, были 9 ребят. Все ходили в детский сад. Раз. 8 ребенок очень умный. 2 ребенок очень умный. 3 ребенок самый смелый, а 4 все успел, сказал и сделал. 5 и 6 здесь талантливых не счесть. 7, 8, 9 все умеют сами делать. Почему? Да потому объяснять не надо. Просто это дети из нашего детского сада. Радость. Ответ один, ходите в садик. Но вот там долго и весело. Все дети знают воспитатель. Все лучшее, что есть до школы. Здесь раскрыли в нас таланты. Мы певцы и музыканты. Мы художники танцовые. И немножечко актеры. Из дошколят мы выросли. Настал наш звездный час. И то, что мы умеем, покажем вам сейчас. Ну-ка, покажите. Мы сегодня с детским садом навсегда прощаемся. Нам теперь учиться надо. В школу собираемся. Детский сад мы в нашем доме. Ёбан, добрый, красивый. Все здорово, знакомо. Все знакомо. Наши милые подружки, мишки, зайчики, игрушки. С вами надо нам проститься, школу мы идем учиться. Этот праздник грустный и веселый, детский сад наш, до свидания. Здравствуй, здравствуй, школа! Yeah.
сейчас мы узнаем с вами, что самые лучшие дети нашего садика думают о своем школьном будущем. Давайте послушаем их. Школьные шкеки, великое множество, специальные, музыкальные, точильные, английские, далекие и близкие. Как же тут не растеряться? Куда первокласснику податься? Я думаю, что школа все равно, что институт. Туда по конкурсу самых умных берут, принимают, за парту сажают. Я 11 лет обучаю. А чего нас вестит безумолкая до доза книжки читать? Как, для чего учить самому главному, кем быть? Кем быть, молодец. Наш родной. Наш родной любимый дом, хорошо звездать. Здесь учили дочитать, и писать, и рисовать. Здесь узнали о культуре, музыке и физкультуре. Каждый пройденный урок помнят дети на зубок. Мы говорим большое вам спасибо за то, что нас по жизни повели, за то, что нас любили всей душой, за то, что, что наши счастья всегда прощали вы. Ой, молодец. Молодцы, давайте попробуем. Yeah.
Рассказывали, хвалители, если вы водители, купили себе зрители, тогда вы не водители, а просто вас водители. А если вы водители, молчатели, судители, а если вы водители, ругатели, стыдители, а если куда не отпускатели, собака, запретители, вы знаете, вы водители, вы просто локодители. Thank you.
поработали, а теперь слушай меня внимательно. Я сейчас вам буду задавать вопросы. Если вы это будете делать, если это хорошие поступки, то вы хлопаете и говорите «я». Если же вам этого делать не надо, то топаете ногами и мотаете головой. Слушаем все внимательно. Кто с ватагой веселой шагает дружно в школу? Я! Кто из вас прибудет в класс с опозданием на час? Нет! Я! Кто хранит в порядке книжки, ручки и тетрадки? Я! Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? Нет! Кто, хочу узнать, любит петь и танцевать? Я! Отвечайте хором миг, кто здесь лучший ученик? Я! Молодцы, ребят! Теперь родители! Родители! Бабушка, а сейчас такая же игра будет с родителями. Точно так же. Если вы согласны, хлопайте и говорите «я». Если же не согласны, то топайте ногами и смотаете головой. Так, начинаем. Кто в 7 утра готов вставать, ребенка в школу провожать? Кто вечером до 10 не занимается с детьми? Нет! Зарядку делать кто готов, чтобы ребенок был здоров? Я. Кто уроки пропускает и на море отдыхает? Нет. Иногда, иногда, иногда. Нет. Кто детям дома наливает фанту, пепси, кока-колу? Нет. Нет. Кто водит деток по кружкам, все условия тут и там? Нет. Кто больше всех на белом свете желает, чтобы были счастливы наши дети? Мы! Вот такая замечательная у нас получилась разминочка. Какие допустимые родители. Ну, а теперь давайте вспомним, какими маленькими вас малышами привели родители в наш детский сад. И какими вы маленькими были, и как вы все начинали нашу ступенечку. Сейчас нас хотят поздравить детки из средней группы «Лучики». Go!
стихотворение? Если припечатки и мальчишки, вы уже совсем большие, а мы еще малышки. Мы ребята малыши, всех поздравить вас хищи. Первый класс вы поступайте и про нас не забывайте. Сегодня последний для вас выпускники. Вас ждут уроки в школе и школьные звонки. Мы пришли поздравить вас с переходом в первый класс и хотим вам пожелать всех пятерки получать. Мы вам чуть-чуть завидуем, вы школьники почти, и от души желаем вам счастливого пути. О, какой ты интересный. Также мы хотим поздравить сотрудников, коллег нашего детского сада «Радость». Спасибо воспитателям, мы скажем много раз. И наши любимые Наталья и Юрия, мы очень любим вас. И за дедущие наши благодарны всем детей. Каждый день заботой вашей детский сад еще светлее. И воспитатели, и музыканты, и логопеды, и поварам. Всем сотрудникам детсада говорю спасибо вам. И этот музыкальный номер мы сейчас заплачем с Натальей Юрьевне. Отвечает.
А этот музыкальный номер мы дарим нашему повару любимому. Весело играть, будем много веселиться, будем много танцевать. Здорово, 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 будем много танцевать. Здорово, 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 будем много мы играть. Чудо, да, 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 реки, не, 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 не грустят. Чудо, да, 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 реки, пляшут, скачут, веселят. Веселят.
словом хочу я вас поздравить, дорогие мои ребята. Поздравляю вас, ребята, с вашим первым выпускным. Мы за вас, конечно, рады, но немножечко грустим. Не придете больше в садик. Ждут вас новые дела. Но игрушки и кроватки будут помнить вас всегда. Мы желаем, чтобы в школе вы учились все на 5. И, конечно, с теплотою детский сад наш вспоминать. Дорогие мои детки, я вас очень полюбила. Родные вы мои, будете всегда в моем сердце. Мама. Ну, а теперь хочу снова побеседовать с нашими уважаемыми родителями. И для этого я прошу вас дать торжественную клятву деткам, которые пойдут в нашу в школу. Я буду зачитывать фразы, а вы должны будете все хором 3 раза сказать слово «клянусь, клянусь, клянусь». Клянусь, будь я мать или отец, ребенку всегда говорить «молодец». Клянусь. Может быть, встать надо или не так? Ну, смотрите, так, хорошо. За двойки клянусь я его не ругать и делать уроки ему помогать. Клянусь, клянусь, клянусь. А если нарушу я клятву свою, тогда я последний свой зуб отдаю. Тогда моего обещаю ребенка кормить ежедневно вареной сгущенкой. Клянусь, клянусь, клянусь. Тогда идеальным родителем буду и клятвы моей никогда не забуду. Клянусь, клянусь, клянусь. Вот вы клятву дали, а? Клятву дали, надеюсь, так она у нас и будет всегда. И детки наши будут всегда в любви и ласке. Тёма. Школьная детка уходит однажды, и это сегодня почувствовала каждый. Уходит игрушки, машинки, качалки и книжки, подвижки и туфли, пищалки. Нам не забыть. Нам не забыть этот мир, этот свет мир. И садик наш. Наш добрый, уютный, светлый. И теплые руки. И ласковый взгляд. Спасибо, спасибо за все, детки, садик. Для вас и станьте своем дорогим сейчас. Смотрите, мальчишки, наш кавалер, а девочки, да, ну какие манеры. Мы будем... Как жалко, что вас в этом зале прощали. Он нервный, и очень печальный. Мы будем расти и его вспоминать. На детка смотреть и душой трепетать. Горит огнями светлый зал, но грустно нам сейчас. Последний праздник наш на замке, мы поем для вас. Дошкольный бал, дошкольный бал, ты всех друзей собрал. Дошкольный бал, наш первый вальс, танцуем мы сейчас. Нас учили.
Вы вместе дружили много-много времени. И чтобы на память у вас остались эти впечатления, вот вам такая фотокнига, чтобы вы всех своих друзей вспоминали. А еще памятный подарок. Глобус. Глобус – это знание, да? Это познание мира, чтобы вы были умными, образованными, чтобы всегда вам сопутствовал успех и удача по жизни. Айдин, поздравляю тебя. Будь умным, здоровым, красивым и счастливым. Вика, поздравляем тебя с окончанием детского сада. Расти умницей, красавицей. Дорогие наши родители, поздравляем ваших деток с окончанием детского сада. Мы прошли большой путь. Шаг за шагом мы шли, делая большую работу. Мы многому учились, мы старались, мы стремились, мы осваивали новые какие-то навыки. И поэтому вам желаю, чтобы в дальнейшем у ваших деток только все складывалось на отлично. Желаю успехов, счастья. Всего вам самого наилучшего. Уважаемые родители, я присоединяюсь к этому поздравлению. Мы с вашими с нашими детками прошли первую ступеньку. Они пошли на вторую ступеньку в школьной жизни. Удачи, успехов вам, благополучия.